Всех героически приветствую! Сегодня у нас будет обзор на AirPods второго поколения. Купил я их совсем недавно, купил в Китае на AliExpress. Вот такие AirPods, к ним защитный чехол я купил еще год назад, собирал, чтобы себе позволить средства на данные наушники AirPods второй версии. Они мне позволили вот такой абсолютный полет в космос. По звуку, по характеристикам, по объемности, плюс ножичек вытащил, звук пропал, два раза класснул, перелистнул, раз остановил музыку, ну вообще супер. Чтобы их протестировать, нам понадобится девайсик. Девайсик я вам покажу чуть позже, у меня в кармане все лежит. Такие AirPods вторые, давайте их откроем прямо при вас. Вот. Так. Коробка, все серийный номер, чтобы проверить оригинальность, раз серийный номер. Затем показываю вам. Дальше вот идет, получается, все документы, которые у нас же были, чтобы проверить сертификатность. Я думаю, в них тоже есть номер серийного кода для наушников. Но, к сожалению, только купил я себе наушник один. Получается, так вышло гораздо дешевле. Если два покупать, то дороже. Но мне нужно было сэкономить, чтобы в будущем жить лучше. Давайте это все отложим в сторону вот так. И вот такие у нас наушники получаются. Плюс у нас USB Lightning стоит. Также серийный номер на упаковке раз. Затем... Вот, но это тоже коробка, только не лицевая сторона, а сторона, есть лицевая сторона, а есть внутренняя, это внутренняя сторона. Тут просто кабель и все. Это не знаю, как смотрится так. Давайте вот так даже. Раз, потом два, и вот так три. Чтобы было покрасивее. Такой у нас получается пластмасса крепкая, чтобы удерживать данный кейс. Все экологичное, потому что фирма Apple — это эко-френдли фирма. И давайте сейчас AirPods'ики мы достанем. Вот такие AirPods'ы доставаем. AirPods California. У второго поколения, знаешь, что еще? Сторона получается, она блестящая, блеск имеет. Вот. Также USB сразу я проверил, чтобы все работало. И открываем, послушаем. Щелчок тоже оригинальность проверить. Просто стоите вот так и щелкайте. Если все отлично. Послушайте, какой звук, как плавненько все. Зеленым горит, заряженный на 100%. Я их зарядил, один наушничек. Вот так оно выглядит примерно. Также серийный номер еще есть в телефоне, если их законнект. И серийный номер еще есть вот тут, внизу AirPods. Внизу можете прочитать, иногда не стираются, но такой кейсик и вот такие наушнички. Давайте сразу чехольчик их оденем, потому что наушники есть, а чехол не одел. Карабин у меня. И одеваем вот такой чехол. Раз. Сразу другой вид совсем у наушников. Из виду не упустишь. Всегда все отлично. Силиконовый обычный чехольчик. Одеваем покрепче его. Только оделась вот так, смотрите. Защита под Lightning у нас есть в данном чехле. Что-то оно... Раз одел, а сверху... Сверху оно что-то... Не одевается. Ладно, попробуем снять и еще раз одеть. Раз сняли мы и одеваем. Все супер, вот. Видим,
также карабинчик сразу оденем. Раз. Вот так выглядит примерно. Упадут, не страшно, потому что защита уже есть. Так, смотрим, как смотрится это на примере. Вот так наушник получается. И у меня телефончик iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus. Какой? Чтобы подключиться, нужно просто включить Bluetooth, самое главное. Давайте сейчас Bluetooth мы входим. Bluetooth мод, все включили раз. Иногда нужно зажать сзади кнопку, но наушники распознаются и так вот. Я открыл чехольчик. Также вот еще где четвертый серийный номер. Первый на коробке, второй в кейсе, третий на наушнике. Под наушниками во втором поколении обычно совпадает выше крышечки серийный номер. И на телефоне четвертый. AirPods de André. Франсуа, все, я слышал характерный звук, что Verbunden, подключение наушников произошло. И теперь просто включаю Wi-Fi, захожу в Safari. И давайте мы сейчас послушаем песню Скриптонит. Родился и вырос. Все дублируется, весь звук на наушниках. Родился и вырос, как в очередной раз, мы всегда это делаем. Звук на них, сразу скажу, очень мощный. Вот заходим. Родился и вырос, как всегда. Вот, я полон сил. Песня, которая заставляет не сдаваться, а продолжать путь. Вот такие у нас, в общем-то. Так, стоп. В плеерах данная функция только доступна, получается, когда вы слушаете музыку. Но! Давайте чуть тише сделаем. Очень качественный звук, объемный. Всем рекомендую. На рынке просто нету больше лучших наушников, чем данные AirPods. Всем советую. Ссылка в описании, покупка в описании. Только через меня, потому что я хочу тоже средства для покупки данных девайсов, для айфонов, AirPods, электроники, макбуков, чтобы быть тоже современным и в тренде. Комментарии тоже напишите свой. Всем удачи, до новых встреч. Всем пока-пока. Мы воспользуемся.